Подскажите, как организовать запоминающуюся роспись с родными и друзьями? 15 человек, прогулку без ресторана. У нас очень маленький бюджет, но не хотим вдвоем или просто в ЗАГС. Фуршет, пикник – это хорошо. Запоминающаяся роспись с родными и друзьями, 15 человек, ну, роспись в ЗАГСе, ну, это будет просто роспись в ЗАГСе, ну, она будет в любом случае для вас запоминающаяся, потому что это будет у вас роспись в ЗАГСе. Прогулку с друзьями, ну, это будет просто прогулка с друзьями, ну, единственное, вы можете какую-то программу продумать, может быть, куда-то приехать в какое-то интересное место, в какой-нибудь парк аттракционов, возможно. Дальше, фуршет, пикник, это хорошо? Пикник хорошо, да, почему бы нет? Можно сделать как раз-таки где-то на природе некое такое барбекю, это очень здорово, замечательно проходит, поэтому, да, никакой проблемы нет.